Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболов, ловли. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать про то, что, как я одеваюсь на рыбалку. То есть вот, при средней температуре воздуха внешней среды это до минус 10 градусов примерно. Вот. Первое, что хотел бы рассказать, показать, это прежде всего, наверное, у нас идет то, что я одеваю снизу. То есть это идет хабешка ткань, это всем известно, на подштанники. Вот, далее идет обычные штаны у меня. Вот. Одеваюсь, это будет вот так выглядит, это на ноги, далее на ноги у нас идут носки шерстяные, одеваются шерстяные носки, надеваю сверху хлопчатобумажные носки. Для чего я это делаю? Для того, чтобы шерсть, она все-таки стимулирует ваши ноги и заставляет кровь двигаться более быстро, циркулировать, и, соответственно, вы не замерзнете. Меньше там вероятности то, что вы быстро промерзнете, замерзнете. Далее у нас идет шерстяной свитер. Соответственно, на тело вы одеваете хбшку, вот, майку, футболку. Но лучше майку с длинными рукавами одеваете майку. Футболку, точнее, и сверху свитер. Далее у нас идет шапка. Шапка. Такая вот у меня зелененькая, зимненькая. У меня вообще, по-моему, все зеленое для снаряжения. Далее идет набор перчаток. Почему так много, спросите? Зачем столько много? Ну, прежде всего, первое, это у меня на дорогу. То есть, когда я еду на рыбалку, я одеваю их. Соответственно, для ловли уже идут у меня варежки. Варежки, они у меня вот такие, интересные. Это самодельная варежка. Сделана она из барана, то есть из шкуры барана, сшитая. Соответственно, сами сшивали уже хбшку вот такую, полумешковину, вот, сделали вставку, шили. Это все самодельно делал мой дед еще. И я пользуюсь этими варежками довольно-таки долго. Почему именно баранина? Потому что шкура. Потому что, соответственно, руки. Руки очень в них прям отдыхают здорово. Даже при минусовой температуре до минус 30, вот я их беру, руки отогреваются гораздо больше, быстрее и качественнее. То есть у вас руки не мерзнут, нежели как вот, допустим, в обычных перчатках, в таких. Эти перчатки я беру уже на обратную дорогу, вторые, или же они у меня рабочие, так называемые. То есть вы сидите над лунками там или занимаетесь непосредственно уже обловом, используйте рабочими перчатками. Вот. Далее это у нас идет куртка. У меня это, опять же, то, что я продукцию этого магазина уже показывал. Это у нас идет Аляска сплавовская. Я ее одеваю, проверено. Заметил, что самое интересное свойство данного изделия сплавовского, то, что при повышенных минусовых температурах она, материал замерзает. То есть он становится как панцирь. И у вас ветер, а ветер на зимних рыбалках довольно-таки частое явление. При минус 28, при минус 18-15 даже градусах она деревенеет, то есть она не продувается. А вот теперь наоборот, она, материал мягкий становится, вот такой эластичный. Довольно-таки интересные специфические показания вот куртки. Я был приятно удивлен, мне это прям понравилось, прям здорово. Далее идет у нас то, что мы обуем на ноги. Это сапоги. Пенка так называемая. Производитель это Хаски. Вот. Интересно. Довольно-таки в сапогах я в этих обкатал очень много водоемов, посетил в Калужской, в Тульской области, вот, ездил. Они мне прям понравились. Я прям рад, что я все-таки первый раз послушал продавцов и купил их. Температура до минус 18, минус 15, они просто на ура переносят. Есть ряд других, конечно, фирм, не уступающих по качеству, но вот, ну, те покороче. Далее идет, соответственно, уже на ногу вот такие чулки. Ну и, соответственно, стелечки войлочные. Для того, чтобы ноги держались постоянно в тепле. Вот то, что я вам показал на этом видео, это то, как одеваться на рыбалку. Может быть, те, кто только начинает рыболовный свой путь вот в зимнее время. Я надеюсь, что это будет полезно видео вам. Вот. В принципе, все. Все, что я хотел показать, рассказать, я вам рассказал. Вот, собираюсь на рыбалку.
Вот. Все, что взять и снаряжение, вы можете просмотреть на видео, которое будет ниже этого видео. Можете посмотреть там. Все, всем, ребят, удачи, удачных рыбалок. До новых встреч. Пока-пока.